Итак, всем привет, с вами Павел Первый. Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Way of Azeroth, у нас третья глава. Смотрим ролик. Я думаю, это озеро нам подойдет. Нужно разбить лагерь и попытаться найти золотую шахту. Нахрена морокам золотая шахта? Я готов к действиям. Так, какие у нас задания найти рудник, построить, там, в общем, почему понятно. Нет? Самое банальное задание, и два новых юнита, падальщик и рыбак, падальщик. Что-то вроде вурдалака, только... Время подкрепиться. Не, довольно быстрый тоже. Братья, и рыбак — это самый обычный работник моря. Нам нужно да, спешить. Их надо беречь, потому что действительно почему они пригодятся. Гребные мишки вышли. Приказывайте. Наша судьба в наших руках. Я готов к действиям. Так, строим фонтан. Так, надо желательно его водачку куда-нибудь поставить от злобных людишек, которые на нас будут нападать. Так, и... Так, это... Времени тут ждём. Должны быть катапульты. Поэтому, пожалуй, построю я хижину. Наши братья атакованы. Наша судьба в наших. Чего руках. И стоило ждать. Крепитесь, братья. Победа близка. Бедняжка Фоя. Я сделаю это. Я готов к действию. А, чёрт, не закастовался. Времени ждём. Наша судьба в наших руках. Так черт, а чё вас так мало? Да один охотник подевался. Я готов к действиям. Так, во. Ради морлоков я сделаю это. Сразу два рыбака Вождь, у нас. Мы построили катапульту. Она хорошо нам послужит. Готово. Так, давайте занимайтесь добычкой дерева. Хижины дают отнюдь немного, а стоят... Ну... Как видите, точно не столько, сколько надо. Хотя бы надо голды 10-15 урезать. Естественно, тренировка заклинателей тоже стоит не так уж и мало. Так же стоят и улучшения, брони, оружие. Наша судьба в наших руках. Ну и... В общем, галлюцинация нам пригодится. Готово. Тут понадобится сохраниться и кое-что успеть сделать. Так, красавчик построил. Недостаточно золота. О, бля, голды теперь нет. Чё мне... Недостаточно тоже древесины. Недостаточно. Готово. Так, окей, готово. И при том они еще не идут автоматом, конечно же, работать. На фонтан. Естественно, фонтан жизни служит нам источником жизни. То есть он восстанавливает жизнь ранее. Только покажи след. Крепитесь, братья. Так, тут Победа два дополнительных близка. Задания, как видите, будет. В общем, перед тем, как построить бараки, можно построить тут такую защиту от людей, пригодится, в принципе. Время не ждем. Я готов к действиям. И тоже улучшить вот это. Тихо. Я слышу, что приказываете. Кстати, у морлоков заклинателей тоже улучшается, как видите, защита. Хоть что-то. Плюс. Охотники нанимаются, конечно же, на фонтане жизни. Ну и... Да, хозяин. Крепитесь, братья, победа близка. Так, и теперь надо бы парочку мороков нанять сюда. Стопса. Недостаточно. И потом золота. Сюда тоже, чтобы строили башню.
На это, естественно, уйдет время. Любой ценой. Так, бараки вот столько стоят, и при том, переключившись на дополнительную постройку, можем построить магазин, в котором, как ни странно, пока что мало что доступно полезно. Ну, мы можем, кстати, посмотреть на ассортимент. Да, и вот так вот как-то он переключается, и на вручную уже заставлять его работать. Болотная лавка, конечно, отнюдь не прочна, как и многие здания Морлоков. Ну, как я думаю, вы видите. Фонтан жизни, конечно, еще более-менее. Приказывай. Катапульта вообще не супер. Хотя она деревянная еще. Наша судьба в наших руках. Так, вот еще продается у нас тут. Сейчас посмотрим. Пустой флакон, который можно черпать. Которым можно черпать воду из фонтанов. То есть мы можем почерпать себе хилку. Или ману. Фонтан маны будет. Вскоре достижение сеть. Та же сеть, как у охотника. Ну, сфера, понятное дело. И остальное все, весь ассортимент одинаков. Так, и сюда можно тоже. Исследование завершено. Я готов к действиям. Как быстрее бы они строились, такие медленные постройки тут, конечно. Постройте хижину. О, начинается. Так, и у нас еще довольно мало дерева. Надо бы построить еще такашку. Враги вторглись в нашу деревню. Ха-ха. Наши братья атакованы. Я достану свободу братья. Любой ценой. Еще они там. Тихо. Почему я мы не... слышу что-то? Наша судьба в наших руках. За наш народ. Так, где вы? Ради Морлоков я сделаю приказ. Это. Я слышу. За Морлоков я готов к действиям. Готово. Почему бы и нет? О, до сих пор... А, ну да, тише нашел. Лимит еды увеличен. Было бы очень плохо. Так. Надеюсь, пройти вообще могут тут. Наша судьба в наших руках. А, значит, окей, все. Почему бы и нет? Так, можем начинать строить бараки. Готово. Не, вообще так. Чтобы труднее достать было. Готово. Я готов к действию. В общем, отсюда будем отбиваться. Ну, как, по крайней мере, башни Морлоков еще более-менее, как видите, сильные. Готово. Ну, хоть что-то я радует. Я достану свободу братьям любой ценой. Так, катапульта пройдет, пролезет, окей. Бараки готовы почти. Хотя я, наверное, так зря, конечно, очень сильно застраивался. Тут еще будет одна шахта. Так что надо готовиться. Шахта. Рудник. Выберите другой. Да хренище голды, нифига дерево. Готово.
добывать такие. За лорда Тарониса! Почему вы на нас нападаете? Остановись, пока не поздно. А ему насрать на твои слова, Флорк. Черт, по-моему, мы не с той стороны застроились. Неподалеку находится лагерь людей. Это люди Тарониса. Они сожгли нашу деревню. Мы встречались с ними по дороге к озеру. На этот раз мы не отступим. Да. Как я застроился, конечно, нигде надо. Я готов к действиям. Готово. 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 Так, надо будет на всякий случай тут построиться. Подноси мне врага. Так, идите-ка сюда, мои морлоки. Да. Время не ждет. За наш народ. Я чувствую запах мяса. Время подкрепиться. Выберите другое место. Так, эти только здесь братья, оказались. Победа близка. Какие же все медлючие. Покажи мне врага. Ради морвоков я сделаю это. Я чувствую запах мяса. Готово. Я готов. Схватки. Я чувствую запах мяса. Я готов к действиям. Да начнется битва за нашу свободу. Крепитесь, братья. Победа близка. Схватки. Ничего не выпало. За наш так, народ. Так, можем долго исследовать мышь, конечно. Нам нужно спешить. Приказывай. Я готов к действиям. Так, а вот и ролик. Нет, это не то, о чем я думал. Ну, значит, попозже должно быть, или когда мы дойдем до места. Что с тобой случилось? На нас напали гнолы, когда мы по вашему приказу исследовали лес к юго-западу отсюда. Выжившие попали в плен. Гнолы забрали их в свой лагерь. Он... Голова только двигается, остальное не двигается при разговоре. Ах, какой ты у нас морок. Крепитесь, братья. Готово. Победа близка. Готово. Ладно, не будем пока что так торопиться. Пойдем тогда уже на этот рудник. Так, нам нужно лишнее деревце, поэтому пошел. Я достану свободу братьям любой ценой. Ну вот они все. Я готов к действиям. Они пожалеют об этом. Нам нужно спешить. Враги вторглись в наш дом. А не, правильно я построил. Налево. Я понял. Покажи. Готово. Не стоило так тут. Крепитесь, братья. Победа близка. Наши братья такого. Время подкрепиться. Не, умные такие, самое главное. Мне нужна свежая плоть. Враги вторглись в нашу деревню. В наших руках. Слуги неплохие, кстати, там. Наши братья атакованы. Время подкрепиться. Твою ж налево, только не катапульта!
чувствую запах мяса. Я готов к схватке. Вы что надеваете? Приказывай. Готово. Я готов к схватке. Пролетите. Время подкрепиться. Я чувствую запах. Наши братья атакованы. Крепитесь, братья. Блин, они чё, до сих пор близка. Не додрались тут, нифига, мы за потеряли. Наш народ. Ради морвоков я сделаю это. Вперед, мои братья. Жалкое создание. Окей, спасли. Братья, спасибо за спасение. Мы нашли золотую шахту, но попали в засаду. Это подходящее место. Мы построим здесь новый фонтан жизни и начнем добычу золота. Ты радостный. Окей. Наши пошли сюда. Время подкрепиться. Так, ты у нас двое бараков и два раза более ускоренное производство. Так. Вот хорошо на возвышенности построено. Так, аж, значит. Ну, это зря тут башни строили. И типа потом тоже делить, когда бывает. Я готов к действиям. Наша судьба в наших руках. За наш народ. Наши братья атакованы. Блин, как он там остался? Я чувствую. Да. Так идите кто-нибудь замочите-ка его. Я достану свободу, братья. Я готов любой ценой. За наш народ. Вот, кажется, если на мост встать. Нам нужно спешить. Там будет ролик. О, да, у края моста. В войсках Торониса служат гномы, а это, похоже, их лидер, Риддар. Откуда ты знаешь, его имечко? Мы можем настроить их против людей, и у меня есть идея. Если люди убьют Риддара, то гномы восстанут против них. Но как мы заставим их сделать это? Люди не станут убивать Риддара, но это сделаем мы. Однако мы заставим гномов поверить в то, что это были именно люди. Мы создадим галлюцинации людей, которые нападут на гнома, а сами убьем его издали. Но придется сделать это ночью, чтобы, увидев смерть лидера, гномы не заметили нас, и мы могли бы скрыться в ночном сумраке. Да, вот такие дела, но будут... Ночью сохранится. Время не ждет. Готов. Наши братья атакованы. Я готов. Готов. К схватке. Наша судьба в наших руках. Время подкрепиться. Приказывай. Так, ну пусто, это хорошо. Да. И придется перец флаг туда. Время не ждет. Теперь ждем ночи, и когда нападут людишки. Ну, я слушаю. Ну, естественно, это стоило сделать именно раньше. Покажи мне врага. Готово. Можем посмотреть, что за воины приливов. Я понял. Так, иди-ка, может, тебя починят, а? Да. Катапульта. Ты нам пригодишься. Так. На, ну да, рыбаки чинить не могут. Так. Да, он не живое существо. Вот, ночка, ждем людей. Крепитесь, братья, победа близка. Судьба в наших так, Флэк, пока тут постой. За наш народ. Ради морвоков я сделал.
времени ждем. Почему бы и нет? За наш народ. Нам нужно спешить. Надо пехотинец. Почему бы и нет? В общем, ждем, когда тут появятся спешить. Люди. Там только гномы. Моих-то да. Крепитесь, братья, победа близка. Вот, что за войны приливов. Как видите, не супер. Наша судьба в наших руках. Поэтому смысла нанимать их, грубо говоря, и нет. Блин, где я эти люди вообще, а? Ради морлоков я сделаю это. Почему бы и нет? Так, о, и тут идут. Ради морлоков я сделаю это. Я достану свободу братьям. Я служу любой ценой. Боюсь тогда, брата. Пусть так. Блин, создайте на галлюцинацию. Пусть так. Галлюцинации, блин, быстро вымерут с такими темпами. Тихо. Так, вот здесь и вонемся. Так. Идите-ка сюда в таком случае. Катапульту нам надо вперед, так. Вы уйдите, пытаясь пройти к катапульте. Я знаю. Так, и вы тоже сюда. Я достану свободу, братья. Так, быстрее пошли. Ради морлоков я сделаю это. Да, вот вроде. Так, где ты, чертова катапульта? Я чувствую запах газа. Я понял. Как скажешь. Время не ждёт. Галлюцинации рассеиваются, а? Жалкое создание. Почему бы и нет? Я готов к действию. Да, вас вроде. К оружию! Есть! Будет исполнен. Наши братья атакованы. Как скажешь. Да что ты пишешь, а? Так, есть, по-моему, получилось. Да, круто. Потеряли люди. Катапульту, но это пофиг. Они... Убили Ридара. Главное, получилось. Использовали либо даже, грубо говоря, походу. А кто его знает? Теперь, как видите, люди теряют гномов. Теперь гномов у них больше не будет. Следовательно, это ослабит их силы. В общем, это нам все в плюс. Крепитесь, братья. Победа близка. Так, а теперь пошли, нападаем. Наши братья атакованы. Время не ждем. Да, хозяин. Во имя Флэка. Я достану свободу, братья. Я заставлю тебя ждать. Ради морлоков я сделаю это. Почему бы и нет? Ради морлоков я сделаю это. Да, у них второй левел. Заплата. Раствор, блин. Время не ждем. Крепитесь, братья. Главное поосторожнее, чтобы флэк не потерять. Нам нужно спешить. Нам нужно спешить. За наш народ. Это на них баф лежит, на знаменосцев бить. Твоих на любой ценой. Почему бы и нет? Наша судьба в наших руках. Я не заставлю тебя ждать. Только скажи себе. Новая жертва. Ну и... Я не заставлю тебя ждать. В моей власти. Время не наши ждет. Братья атакованы. Они пожалеют нам это. Твоих тогда. Да, так уж много вроде бы морлоков не потеряли. Все, защита их прорвана. Они, грубо говоря, встряли. Любой ценой.
Я готов к действиям. Ради Морлоков я сделаю это. Я готов к схватке. Время открепиться. Да. Уже поздно. Я достану свободу братьям. Недостаточно маны. Недостаточно маны. Конечно же, несомненно, еще один плюс. Мне никого не нанимает. Так, давайте бить главное здание, потому что, скорее всего, его и надо уничтожить. Я готов. Безумие мне. Готов. Куда же оно исчезло-то? Мы как деградируем, что ли? Подожди мне, брата. Я готов к действиям. Так, значит, надо все. Нам нужно спешить. Пойдемте посмотрим, что в бочках. А сомневаюсь, что-то есть, что-то есть. Почему бы и нет? Ничего. Время не ждем. Ну, как видите, мы их спокойненько пронесли. За наш народ. Все. Задание выполнено. Попались людишки. Ну, а теперь говорите, что вы хотите от нашей расы? Чего от нас добиваетесь? Убивайте наши семьи, выедайте их как дичь. Морлоки перебили всю мою деревню. Мы и близко к вам не подходили, пока вы не начали разорять наши деревни. Мегапортал. Вот я прошу прощения за то, что прерываю вашу беседу. Я лорд Таронис, хозяин этих земель. Капитан, я очень в вас разочарован. Вы не выполнили свою миссию. Какую черт побери миссию? Ты бросил нас на тех дремучих лесах. Или как говорит. Молчать, тварь. Ты не смог спасти жизни моих людей. Ты должен умереть. И вот что так же касается вас, господа? Уничтожив этот пост, вы только разозлили меня. А вы только что видели, каков я в гневе. Ну, а что ж ты так сразу не сделаешь с остальными? Что у меня сейчас есть более важные дела. Но я обещаю вам, вы заплатите мне за него. И очень скоро. Возвращай нас домой. Мы упустили их. Ну а что ж вы могли сделать? Надо раньше было не беседовать вообще. А где вам нос вынес? Окей, глава пройдена. Ну а на этом закончим мы пока что с вами. Был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока.